Всем доброго дня и хорошего настроения. Я сегодня буду готовить подливу с мясом гречки. Что же нам для этого блюда понадобится? Гречневой крупы 1 стакан, мясо можете взять любое 500 грамм, 1 луковица, муки 1 столовая ложка, масло растительное, томатная паста 2 столовые ложки, перец 1 лавровый листик, и ваши любые травы, и ваши любимые травы на ваше усмотрение. У меня хмели-сунели. Приступаем. Первое, что необходимо сделать, отварить гречневую крупу. Заливаем гречневую крупу примерно на 2 сантиметра выше, чем сама греча. И на сильном огне варим, пока вода у нас не испарится, до уровня самой гречневой каши. Затем убавляем на самый минимальный, у меня 1, накрываем крышкой и оставляем ее до полной готовности. Вода практически выкипела. Посолим ее немножко. Накрываем крышкой и оставляем до полной готовности на самом минимальном огне. Пока варится каша, займемся подливой. 2 столовые ложки муки заливаем водой. И оставляем, пусть так она набухнет. Мясо порежем небольшими кусочками. Лук можете порезать так, как вам нравится. Морковку можете порезать или соломкой, или кружочками. Добавляю красный сладкий перец молотый. Хмели-сунели. Соль. Заливаю водой и тушу до готовности мяса. Добавляю лавровый лист. Как только мясо будет готово, добавляем нашу разведенную муку и доводим подливу до той густоты, которая вам необходима, постоянно помешивая. Ну вот и все. Подливка гречки готова, сама гречка тоже готова, можно подавать на стол. Надеюсь, что вам этот рецепт понравится и пригодится. А я на этом с вами буду прощаться. Не забудьте подписаться на мой канал, если еще кто-то не подписался. И мне будет очень приятно, если вы поставите лайк. Также обратите свое внимание на ссылочки, которые находятся внизу этого видео. Пройдя по ним, возможно, вы найдете свой любимый рецепт. Ну а сейчас всем до свидания. И до скорой встречи!